Сегодня мы приготовим свинину в яблочно-сметанном соусе. Для этого нам понадобится 1 кг свинины, 3 яблока, немного сметаны. Сначала нарежем свинину на среднего размера кусочки. Затем накроем яблоки целлофаном и поставим в микроволновку на 10 минут. Яблоки испеклись. Отделяем мякоть от кожуры, удаляем все косточки и плодоножки. Добавляем сметану к яблочному пюре и все перемешиваем. На разогретую сковороду с маслом кладем порезанное мясо. Немного обжариваем. Затем добавляем соус и тушим, пока вода не испарится. Далее обжариваем до золотистого цвета. Свинина в яблочно-сметанном соусе готова. Всем приятного аппетита!